прижала, сказала, ты жирная, а вторая. И все. Вот как-то так. У них вот эта четкая зависимость от ресурса нет. У них просто вдруг вот начинается, да, и такое ощущение, вот какие-то бабки сурки, я говорю, однозначно. Тебе мама вчера сказала, что... Я не уверена, что я вообще в этом как-то участвую. То есть, есть ощущение, говорю, именно вот каких-то личных тёрок таких. Причем вот ничто не предвещало, да, вдруг обе вздыбились. И чего это было? Ну, сопли, поэтому вот народ и мучается все равно. Меня тут сцепились, когда меня дома не было, ребенок был 11 лет. Мама, Лёдра с Кайси подрались, но они дрались сразу три, наверное, в жизни, вот это был второй. Я им кричала, чтобы они перестали, они меня не слушались. Я пошла в туалет, взяла швабру и стала бить между ними. Тогда они, мол, разошлись. Ну, а я понимаю, они действительно плохо слышат уже в этот момент. Ну, если я заору услышит, а ее, конечно, они человек мало считают. Она человек для обнимашек. Ну, в общем-то, вот. Ага. Но она слушается, она прибегает на команду ко мне. Нет, она кушает. Чем бы она ни занималась, где бы она что-нибудь делала, она прибегает, кстати, первая. Всех обгоняет и прибегает вперед. Да, причем никого не пропускает. Кто-то рядом в чем лежит, она огрызается. Даже на более старшем суд, который там год, полтора, вот такая вот контрист. И поэтому хочется ее, ну, поскольку она вот это вот все освоила очень быстро, буквально за вечер. То есть первый вечер ее привели, поиграли с ней, позанимались и все. Но поскольку дальше она не знает, надо прийти двигаться. Ну, а у вас же тут было какое-то, ну, по крайней мере, раньше, насколько я помню, что-то типа досуговой дрессировки, где там трюки, фрисби, уже нет? Вот что мы знали по послушанию, через клуб ХХ, вот через Настю ездили, мы вот это с ней ездили освоили, правда, на другой штуке, но активно мы на этой. Ну, на самом деле, если брать такие вот общие вещи, я обычно, ну, не то чтобы прям настаиваю, но я считаю, нужно учить команде рядом раз, чтобы иметь возможность мимо какого-то раздражителя в городе пройти. Вот. И выдержки хотя бы одну, сидя или лежа, хотя бы какую-то из них. Вот. Подача предмета желательно, потому что это просто удобно, да, что собака умеет игрушки подавать, ну и там, если что-то уронит, то подаешь. Вот. Ну и, естественно, подзыв команды. А мне вот эти вот такие базовые вещи, которые необходимы просто вот для жизни. И собакам они многое дают, потому что вот сейчас тоже она присела на полсекунды, тут же вскакивает. Да, то есть у нее... Возбудимость у нее чересчур, да? Нет, она не возбудимая. Она... Это скорее про дисциплину. Она не умеет, не знает, что нужно терпеть. Вот для меня это скорее про терпение. И команда рядом, и особенно выдержки, это про умение собаки не отсвечивать, пока не вызвали. Ну, потому что вот сейчас она за то, что вскочила, поела. Вот. Чтобы собака умела, когда ей сказали, ничего не делать, ничего не делать. Понятно. Давай вот это, а давай я вот так, а давай я вот так. Ничего не надо делать. И вот этому как раз часто приходится отдельно учить, потому что вот. Поэтому я бы ей подала выдержку. Оно нудное. Но оно ей полезно. Оно вот так немножко собак, как это сказать. Ну, в общем, в чувство немножко приводит, если у них с рамками не очень, оно их правда немножко загоняет. Извините, она сразу собирается. Ай-яй. Комплекс здесь выдать и лапу подать одну и другую. Да, да, да. Но сидеть на месте я не буду. Да. Ай-яй. Лучше сразу горсть. Взять, опять же, да, потому что вот когда власть все время за едой, мы в это время не забыли сами бывает. Здравствуйте. Проверил, как руки. Сидите. Ну давай, давай, давай. Сидите. А также лучше бы не прыгать. То есть, если собака еду видела, а я. Отлично, молодец, да? Нет, что если она не будет никаких активных действий положить, то ничего не будет. То есть она явно еще в какой-то момент нас укреплялась.
И собаки на это работают, но это часто люди, ай-яй-яй-яй, вот даже сами не замечают, что происходит. Ага. Я говорю, у меня самый великолепный был вариант, когда клиент говорит, бег на нее, а можно отрубить ногами на людей прыгать? Я говорю, а вы сейчас что делаете? А у нее тут голова, и она все это ремонт. Я говорю, понимаете, да, что при таком раскладе нельзя. Если когда она на вас ставит ногами, вы ее собственно, иначе вы отлично положите. Конечно, а что нет-то? Ну, не только что проведу все. Да. И дальше мы немножко брали. Нет, куда ты пошла? Думай. Оно есть, и рядом ей хорошо как раз с точки зрения концентрации и выдержки. Потому что она мысли уже держит все. Да, бывает. Она увидела еду и явно сознательно нет. Не дай сюда, а какое-то. Можно стоит, на самом деле. Но собака должна не просто вот, а она должна понимать, что это вот, я хочу еду. Она ее просить должна. Там, ну, другое поведение немножко. Делаем сейчас сидеть за несколько кусков. Когда тебя просили подойти, ты не подходила. Иди теперь от меня. Нет, одну команду, а дальше показывать столько, сколько можно. Ну, похоже, что там на все вот этой колбасе, которая у нас ела, у нее уже нормально поел. Все хорошо. Вот, молодец. Поехали. Да, отлично. Вообще в идеале с хитрыми особенно собаками и ленивыми отпускать собаку до того, как у вас еда в руке кончится, чтобы не было там, а рука пустая, все, я пошла. Да? То есть кусок, в какой-то момент он говорит, ну все, иди. У тебя же еще осталось мое, иди. В следующий раз заработаешь. Потому что иначе очень легко вляпаться, потому что рука пустая, собака такая, ну сейчас все равно, ну ладно, я сама себе учу. Аккуратнее, да, на ее движение нужно делать что-то типа, ай, тихо сиди. Вот, молодец, хорошо. Да, все хорошо. Время разговаривать тоже не надо. Нет, а я? Нет, что надо а делать? Ай. Ты потопталась сначала, а потом уже села. Вот поэтому говорю, что дома я бы говорила сидеть и вообще бы ждала. Потому что сейчас у нее, видимо, еще, конечно, привычка больше стоять, а не садиться. Но она садится каждый раз с борьбой. То есть ей говорят, ей показывают, а она именно сопротивляется. Она не понимает, что.